Здравствуйте, дорогие друзья! Христианская радиостанция «Голос надежды» начинает свою работу в эфире. Сейчас мы приглашаем к приемникам наших самых маленьких радиослушателей. Дорогие ребята, для вас звучит программа из рубрики «Детская страничка». Благословит небо, солнце и луна, ангелы и звезды, ветер и вода, рыбы в океане, птицы в облаках, звезды на поляне и цветы в садах. Благословьте люди, жители земли, взрослые и дети, народы и цари. Имя Бога славим вместе ты и я, на земле и в небе звучит ему хвала. Сильный муж был там сражен, тем пеньем побежден.
лишь петуха. Кукареку, кукареку, очисти сердце от греха. Ведь в человеческом веку прожить так надо, чтоб светить и доброй жизнью осолить всех тех, кто страждет под крестом, кто хочет быть с Христом. Смертный приговор, интриги и молитвы. Есфирь закрыла лицо руками, выслушав слова Мардохея. На мгновение она пожалела, что не может вернуть свое беззаботное детство, когда она резвилась во дворе дома Мардохея в Сузах. Но она не могла снова стать ребенком. Она была женщиной и, более того, царицей. Она уже не может укрыться в объятиях Мардохея, когда ей страшно. Теперь у нее есть долг, который она должна выполнить вопреки своим страхам, иначе ее народ погибнет. Но даже если она ничего не сделает и утаит свою национальность, то рано или поздно ее обман раскроется, и ее постигнет та же судьба, что и ее народ. В ее ушах звучали слова Мардохея. «Кто знает, не для такого ли времени и случая ты стала царицей?» «Он прав», — подумала она. «Наверное, Бог хочет через меня спасти свой народ». От страха ее сердце учащенно билось, но, распрямившись и глядя в глаза Гафаха, она ответила: «Скажи Мардохею, чтобы он собрал наш народ в Сузах для поста и молитвы». Она замолчала для того, чтобы сделать глубокий вдох. Когда она снова заговорила, ее глаза горели решимостью. «Скажи ему», — твердо произнесла она, — «что я предстану пред царем. И если мне суждено погибнуть, погибну». Джейсон напряженно выпрямился в своем кресле. «И что? Что произошло дальше?» Профессор Эпплби вставил другую кассету в магнитофон. «Сейчас узнаем. История близится к развязке». В городе Сузы и по всей Персидской империи еврейский народ молился и постился. Во дворце Есфирь и ее слуги делали то же самое. В третий и последний день поста Есфирь поднялась с колен и тихо позвала свою прислугу. «Я желаю одеться в царскую одежду», — сообщила она им. Они знали о ее решении и боялись, что в последний раз видят ее живой. Улыбка Есфири слегка успокоила их. «Принесите мне любимое платье царя, бордовое, с золотой вышивкой», — попросила она слуг. Наряд Есфири и ее прическа были безупречно красивы. Ее прислуга взволнованно носилась, разглаживая складки и подтягивая ткань. Приподняв копну густых пышных волос, они повесили ей на шею ожерелье, с которым так хорошо сочетались браслеты на ее руках. Наконец, они возложили ей на голову небольшой золотой венец, сверкающий рубинами. Есфирь осмотрела себя в бронзовом зеркале и осталась довольна. Со своей стороны она сделала все необходимое. Ей оставалось лишь надеяться на милость Божью, о которой она не переставала молиться все эти дни. И вот наступил самый ответственный момент. С бьющимся сердцем она оставила свою комнату, прошла через сад, окружающий дворец, и вошла в первый из нескольких залов,
который по всей длине был украшен голубыми и белыми драпировками, подвешенными на серебряных кольцах. Потолки были непривычно высокими, и поэтому казалось, что мраморные колонны уходят своими верхушками в небо. Ноги Есфири ступали по сверкающему полу, выложенному мозаикой из разноцветных камней. Она поднялась по устланной коврами лестнице в следующий зал с еще более массивными и грандиозными колоннами. Обычно Есфирь наслаждалась красотой дворца, ее садами и его залами. Но сегодня она ничего этого не видела. Ее руки были холодными, и она едва передвигала ноги, как будто они были налиты свинцом. Каждый шаг приближал ее к тронному залу. Когда она там окажется, то увидит либо золотой скипетр, либо сверкающие лезвия мечей, направленных против нее. Она снова тихо помолилась. Только сейчас она заметила, что вокруг нее то и дело снуют различного ранга чиновники, князья, послы, военачальники. У каждого из них было свое дело к царю. Но не было дела важнее, чем то, с которым шла к царю Есфирь. На ее хрупких плечах лежала ответственность за целый народ, Божий народ. И если ей удастся осуществить задуманное, будут спасены тысячи жизней. Иудеи, пусть даже рассеянные, выживут. А что, если ее миссия не удастся? Она засомневалась. Подходя к последней двери, она заглянула прямо в тронный зал. Трон находился перед нею, и царь, сидя на расстоянии полсотни метров, был занят разговором с каким-то чиновником. В какое-то мгновение Есфири даже захотелось развернуться и убежать. Но вот царь посмотрел в ее сторону. И к своему изумлению он заметил свою царицу в толпе. Удивительно красивая, она посмотрела на него с незнакомым ему доселе выражением лица. Есфирь замерла, почувствовав на себе его изумленный взгляд. Она почувствовала, как ее лицо побелело. Но, несмотря на это, она направилась к трону с высоко поднятым подбородком. На ее лице светилась улыбка, тогда как внутри шла борьба с мыслью, что она потерпела неудачу. Дожидаясь возможной команды, которая в любую минуту могла оборвать ее жизнь, она поклонилась. Но она не услышала сурового приказа разъяренного царя. Борясь с испугом, она осмелилась взглянуть вверх. И чудо! Есфирь увидела протянутый к ней, как Божья рука, золотой скипетр. Улыбаясь сильнее, она поднялась и дотронулась до него. Есфирь не помнила, как прошла расстояние между дверью тронного зала и протянутым скипетром. Она помнила только то мгновение, когда кончики ее пальцев коснулись золотого скипетра. Ксеркс улыбался, радуясь приходу царицы, хотя он и не звал ее. «Чего она хочет?» — думал он. «По всей видимости, ее привело сюда дело, которое не терпит отлагательства, раз она рисковала своей жизнью». «Какая у тебя просьба?» поинтересовался царь. Затем, желая показать свое великодушие, он добавил: «Если попросишь, я отдам тебе даже полцарства». Есфирь облегченно вздохнула, мысленно благодаря Бога. Но она почувствовала, что тронный зал не совсем подходящее место для того, чтобы изложить царю свою просьбу.
«Если угодно будет царю», — тихо ответила Есфирь, — «пусть царь вместе со своим визирем Аманом придет сегодня на ужин, который я приготовила». Царь с нетерпением ждал ужина. С каждой минутой его любопытство усиливалось. Когда он сказал Аману, что царица приглашает их двоих на ужин, тот едва не лопнул от радости. «Я получаю все, что хочу», — ликовал он. «Я убью всех евреев и раз и навсегда избавлюсь от ненавистного Мардохея. И царица почтила меня своим приглашением. Смешно, но мне казалось, что она не замечает меня. Как же я ошибался!» На ужине, устроенном царицей, звенели бокалы, текло красное вино, велись веселые разговоры, но Есфирь не упоминала о своей просьбе. Ксеркс больше не смог сдержаться и спросил: «Скажи мне, моя царица, какая у тебя просьба?» Есфирь уже была готова изложить царю свое прошение за свой народ, но что-то, или точнее кто-то, удержал ее от этого. Она улыбнулась царю и его первому министру и сказала: «Придите завтра с Аманом на мой ужин, и тогда я открою царю мою просьбу». Аман покинул ужин, довольный собой. «Подумать только, из всех людей в царстве лишь я удостоился чести ужинать с царем и царицей», — думал он. Но сладостное чувство собственной значимости в один миг улетучилось, как только в толпе возле ворот он заметил Мардохея. Тот, как и прежде, стоял прямо, всем своим видом давая знать Аману, что не поклонится ему. Настроение Амана сразу же испортилось. Сидя во дворе дома со своей семьей и друзьями и наслаждаясь прохладой от фонтана, он хвастливо рассказывал об ужине с царем и царицей. «Все же, — оговорился он, — полностью я буду доволен лишь тогда, когда расправлюсь с Мардохеем. А почему бы тебе не убить его раньше остальных евреев?» — предложили ему друзья. «Построй для него виселицу и попроси завтра у царя разрешение повесить его». Кипящий ненавистью Аман согласился, что это великолепная идея. Он приказал своим слугам работать всю ночь, и наутро виселица в 20 метров высотой виднелась со всех сторон города. Царь также был возбужден после устроенного Есфирью ужина. Он наслаждался игрой со своей любимой царицей, но чего она хочет? Этот вопрос настолько беспокоил его, что он не мог спать. Он поворачивался на один бок, затем на другой. Он садился на кровати и снова ложился. Но все его усилия заснуть были напрасными. Наконец он позвал писца. «Читай мне», — приказал он, — «читай мне из памятной книги дневных записей». Не было ничего более скучного, чем написанное сухим официальным языком записи о принятии и исполнении тех или иных решений. Если ничто не помогало ему уснуть, это поможет. Писец поспешил исполнить волю царя и начал читать из книги дневных записей. Спустя какое-то время царь начал клевать носом и почти заснул. «И в этот год, — продолжал читать слуга, — еврей по имени Мардохей узнал о заговоре против царя. Он донес на злоумышленников и расстроил их планы. Жизнь царя была спасена». Далее назывались виновники и сообщалось, как они были наказаны. Но не это заинтересовало Ксеркса, который вдруг очнулся от полудремы. «Наградили ли Мардохея за его верность царю?» —
— спросил он слугу. Ксеркс уже успел позабыть об этом случае, который произошел много лет тому назад. Чтение книги воскресило в его памяти эти события. Тогда он едва избежал смерти, так как заговорщикам удалось склонить на свою сторону слуг, охранявших ночью царскую спальню. Но как был вознагражден Мардохей? Слуга растерянно посмотрел на царя. «Здесь ничего не сказано о том, что Мардохея наградили», — еле слышно произнес он. Ксеркс распрямился. Ему не хотелось выглядеть в глазах кого бы то ни было неблагодарным. Нужно исправить ошибку и в очередной раз показать всем, что царь ценит преданность своих подданных. «Непременно займусь этим завтра», — воскликнул он. С этими мыслями царь заснул, ожидая следующего дня, когда он почтит Мардохея и, наконец, выведает у Есфири ее секрет. Если бы только Ксеркс знал, что принесет с собой следующий день. А теперь несколько слов для ваших родителей. Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки, приглашаем ваших детей и внуков стать нашими учениками и прикоснуться к великим истинам Библии. Условия обучения подробно описаны в первом уроке. Ребята будут заниматься по мере своих возможностей, их никто не будет торопить. По окончании обучения вместе с дипломом наши юные выпускники получат прекрасно оформленную детскую Библию. Итак, ждем ваших детей и внуков в нашей заочной библейской школе «Небесный лучик». Чтобы приступить к занятиям, достаточно прислать заявку по адресу 127-473, Москва, абонентский ящик 3, христианская радиостанция «Голос надежды». Посетите также и наш сайт в интернете. Его адрес www.golosnadezhdy.ru. Ждем ваши письма. До свидания. Всего вам самого доброго.
Пусть дождем не